Всем привет! На канале Тёмки Плэндай. Привет, ребята! Сегодня мы с Тёмкой будем распаковывать снова три яйца. Но это не киндеры, это какая-то другая серия яиц. Ребята, сегодня у нас два яйца из мультика «Приручить дракона» и одно яйцо из какого-то... Девочек! Нарисована девочка, но мы не знаем, с какого это мультика. Давай сегодня распакуем первое яйцо из серии «Приручить дракона» из мультика. Ну вот первый. Давай, откроем, посмотрим, что попадается в таких... сюрпризах, как не киндер-сюрприз, а обычных яйцах. Я не могу так, вот, такое понять, если нам попадется. А вот и разлаженный. Так, раскрываем. Так. Капсула! Капсула, здесь белая капсула. А теперь открываем. Открываем, посмотрим. Так, значит, игрушка в пакетике. Что это? Посмотрим вкладыш. Изображена коллекция. Изображена коллекция. Чем посмотришь, что же там попало. А теперь открываем. Да, я посмотрю вкладыш. А потом... Так, что это такое? Ага, ребята, знаете, что это? Это... резинка для того, чтобы вытирать карандаш. Так что вот, стирательная резинка такая. И нарисован на ней герой с мультика. Ну, так как у нас пока учеников нету, которые в школу ходят, придется дарить это тем, кто ходит в школу. Дай нам вкладыш посмотреть, Тём. А вот он. Вот вкладыш. На вкладыши нарисованы и вся коллекция. Вся коллекция нарисована. Ага, видите, тут попадаются как резинки, так и герои, и на карандаши вот еще такие головы. Спасибо. Так, давай посмотрим, что попадется во втором яйце. Ну, тоже так. Стирательная резинка или... фигурка. Ну давай. Ну, а вот может еще... здесь вообще только стирательные резинки? Ну ладно, давай, открывай, а посмотрим. Вот им же сюрприз. Давай. Поломанный. Ну, в процессе транспортировки он поломался. Тогда открываем. Открываем. Это же шоколад, это нормально, что он мог поломаться. О, раскрошился. Покажи нам, Тёмка, как ты его крошишь. А вот и капка. А вот и капсула, тоже белого цвета. Ох, как он у нас раскрошился. А теперь Инджи, открываем капсулу. Открываем. О, нам попался дракон. Нам попался дракон? Угу. И что, его и нужно палочками. Будет... Его нужно будет собрать? Да. Давай попробуем его собрать. Да, я посмотрю. Вот. А, нет, ребята, его не надо собирать. Смотрите, вот такой вот дракон попался. И, как я понимаю, этот дракон можно одеть на карандаш. Смотрите, вот здесь вот такое вот крепление. И можно одеть его на карандаш, как нарисовано вот здесь. И вот здесь головы нарисованы. А это дракон для карандаша. Тоже штучка интересная. Это такие канцелярские приборы. Теперь остался у нас последний киндер. Для девочек. Ну, не киндер, а просто яйцо для девочек. Посмотрим, что положили в такое яйцо для девочек. Только оно не разломалось. Оно не разломалось, оно у нас целое. Открывай, может... Открываем, посмотрим, что попадается в такой коллекции для девочек. А чили может нет. Сейчас мы снимем фольгу. Только такое можно все. Открываем тут.
снимаю. Тёмка полюбился. Яйцо целое, не повредилось. А вот и шоколад. Шоколад убираем. А вот и капсула. А вот и капсула, тоже белого цвета. Открываем. Так. Колечко попало. Колечко. Ой, девочки, кому-то повезет. У нас с Тёмкой уже второе колечко для девочек. Посмотрим. Посмотрим, что нарисовано в вкладыше. Все коллекции. Собраны все коллекции для девочек. Давай мы ребятам покажем, что нарисовано на этом вкладыше. А мы можем собрать такую коллекцию. Нарисовано, что может попасться. Вот такие вот коллекции. Вот такие собрали коллекции. То есть, а ну покажи, какое нам попалось. Колечко покажи. Колечко покажи, пожалуйста. Колечко. Колечко, которое ты только что из яйца достал. А где оно? Ай, колечко. Вот такое колечко попалось. Ну, девочки, скоро мы начнем это все дарить. Правда, мы еще не знаем кому. У нас нету девочек, тоже знакомых. Но мы обязательно кому-то подарим. Так что, где оно у нас тут нарисовано? Вот. Вот это вот попалось, вот это кольцо нам попалось. Вот такая вот нам попалась стирательная резинка, колечко и дракон для карандаша. Ну, как для таких яиц, я думаю, что в принципе нормально, да, Тём? Вот такие вот попались нам. Будем прощаться с ребятами? Ага. Подписывайтесь на канал Тёмки Монтаж. И не забудьте поставить лайк. Всем пока! Пока, ребята! До встречи!